Всем привет, у нас обновилась Granny 2, как и Granny 1, которую я уже показывал на канале. Смотрите, у нас внизу написано версия 13 почему-то. В Granny 1 было написано версия 45. Пока расшифровка данных кодов нам неизвестна. Давайте сегодня также рассмотрим баги в Granny 2. Стартуем. Давайте возьмем Изи вдвоем и Хайд. Для начала проверим баг с лестницей, потому что он всех ближе к нашей комнате. То есть мы сейчас пойдем к лестнице. Нас, надеюсь, никто не увидит сразу же. И мы будем там приседать. Мы падали к Кракену раньше. Интересно, сделали ли он ярче Granny 2? Вот здесь мы падали под лестницу. Ха, прикол. Он все зашил. Он реально к чему-то готовится, как будто бы скоро выпустит или глобальное обновление, или Granny 3. Сматываемся лучше. Так, мы от деда можем смотаться. Дед, привет. Его мы уже отвлекли. Иди ко мне. Так, ну сейчас я могу нарваться на бабку. Еще можно проверить, в принципе, баг невидимости. О, бабка спускается, быстро обходим. Ах, заметила, все, конец. Нам нужно еще деда устранять, чтобы у него забрать security key. Ну все, я их жестко отвлек. Давайте смотреть, какой у нас респаун. Вдвоем ржут. Да, похоже, реально поярче стало. Смотрите, кухня тоже светлая. Он молодец. Так, у нас еще есть здесь газолин Кен. Газзаброс. Есть ли Weapon Key здесь? Нету. Бабка, привет, я рядом. Часть картины забрасываем. Пригодится. Похоже, там ничего не было. Щеколду сначала. Ничего нет, ничего себе. На. Так, а меня здесь можно зажать? Да. Я себя зажал. Вау. Она капкан ставила, чтобы меня поймать. Я, скорее всего, не попался. На. Ну я здесь что-то не особо могу ходить, я бы сказал. Вот только немножечко могу ходить. А нет, спрыгнул в ванну. Ну вот такой интересный баг остался. Что нас дверью может прижать. И мы, получается, всех перехитрили. На всякий случай возьмем глаз фьюз. Иди вот сюда пока направляйся. Так, бабки я не вижу. Ну-ка. Пока идет, ладно, заглянем. Нам нужно какое-нибудь оружие. Там не дед ли случайно был с ней? Хеликоптер мануал взял в голову. Дед на втором. Если мы с ним пересечемся на кухне, он меня грохнет, гад. Не успел он. О, бабка сейчас дверь откроет, смотрите, прикол. Она дергает дверь, там же дед стоит. Сама себя закрыла, что ж такое-то? На стол роняем. Да зачем ты закрываешь дверь-то, я не понимаю. Дед все еще в секьюрити комнате, что ли, стоит? Ух ты, даже вот как все было. Давайте в шлем сбегаем. Может, там у нас есть шокер? В будке стало ярче, там как будто бы свет аж горит. Есть, шокер здесь. Я не помню такого респауна, чтобы так красиво он лежал. И здесь еще часть картины. Ищем бабку. Их по очереди сейчас усыпим. Все захватим полностью. И будем проверять дальше. Ну сейчас и дед придет. Все сникло. Катание на бабке, ничего себе. Достаем. И ключик. Но скоро бабка очнется, нам нужно снова ее будет устранять. Мы сейчас бежим проверять, есть ли тот баг с security комнатой. Нас сюда просто не пускают. Нас сюда не пускают вообще. Видите, здесь теперь плотно. Хорошо, это проверено. Теперь можем пособирать картину.
Первая часть поставлена. Мы сегодня вспоминаем Гренни 2 и параллельно проверяем баги. Дед, ты где? Но он, по крайней мере, уже ходит, вы слышите, да? А, вот ты где. В плечо. Еле. Все, вода слилась. Успеть бы до Гренни. Сейчас нам нужно будет стрелять. Ну и глаз фьюз пригодится. Вау. Просто риск. Смотрите, какой уже риск. Мы с вами лазаем просто везде. Тут просто стоит дед из менюшки. Стеклянный проводок применяется дальше. Кидаем его тогда на пол. Сейчас будем стрелять в тире. Раз. А вот и Weapon Key. Два. Три. Yes, прям догнал. Так, все. Замочек открылся. Сейчас применим глаз фьюз. Раньше можно было пробежать, но данный баг уже разработчик исправил. Yes, мы нашли с вами гранатки. Нам сейчас нужно будет протестировать баг вечного сна деда. Когда он спал, я бросал гранату, и он спал вечно. На меня смотрит. Да на. Ёкранты бабэйшн, это просто ужас какой-то. Бабка резко побелела. Почему дед оказался именно сейчас здесь? То его не дождешься, то он прям четко был здесь. Так, мы уже хромаем, да, и опять все живы. То есть бабку усыплял просто зря. Он, видите, он на камерах остановился. Нам нужна срочно граната. Прокатило, все, смотрите. Нам нужно устранить одну бабку. Просто шумим. Удобно, что мы, кидая шокер, не теряем заряд из него. Заряд не отстегивается. Все, 2 минуты у нас есть. Шокер на стол, гранату берем. Сейчас его позовем в самый низ вазой. И потом будем ждать, чтобы он уснул. Пока так. Ой. Джонни почему-то. Я нашумел жестко. Он вазу-то слышит? И за кресло идем. Кстати, заметьте-ка, кое-что. Я же уже погибал, но я не хромаю. Меня устранял дед, когда я шокировал бабку. У нас хромоты нет. Почему-то. Мы же всегда хромали, во. Ни крови, ни хромоты нет. Ну реально, хромоты-то нет. Получается, он изменил данное. А почему в первой части не поменял? Сейчас проверим, еще попадемся. Есть, лег. Сейчас нужно бросить гранату. И у нас дед должен вечно спать. Смотрите. Ух, как красиво я кинул. Ух. Это была просто жесть. Написано, он проснется через 2 минуты 30 секунд. То есть я спящему закинул. Сейчас смотрим, что получится. Растворяется. Кстати, у нас, помните, еще был баг, когда дед спал, и мы устраняли ребенка. У нас клонировался дед. Пока что бежим за дробовиком. Нам нужно еще проверить баг канистры из ничего. Доберись ты уже быстрей. Куда-нибудь сматываемся. Нам надо Гренни пока устранить. Для начала. Он приходит только тогда, когда она именно падает. Но также ему, возможно, захочется вздремнуть. По ней ходит. Все, ждем. Я слег. Лег. Молодец просто. Куда пошел? Гони мне, дротик мой. Не берется. Клонирование. Клонирование дротиков произошло. Жесть. Это жесть была. В сегодняшнем видео по багам. 2 заряда от электрошокера, мне никогда не получалось такое. Это просто что-то, новый баг. Я из ребенка достал. Вот они.
Два заряда от электрошокера. Смотрите, двоих устранил. Нет, дед каменным, похоже, не стал. Давайте проверим. Да, здесь никого нет. Он данный баг исправил. С дома теперь с вами владеем супер багом, что у нас клонируются заряды электрошокера. У нас все-таки врага-то два. Это бабка и дед. Нам желательно два заряда от электрошокера иметь. И вот они. Теперь можете пользоваться. Давайте проверим сейчас баг клонирования канистры. Единственное плохо, что он одноразовый. Если не сработает, то канистру мы уже сами не вернем. А вот в чем заключался баг всегда. Мы стреляем по канистре, и нам нужно успеть подойти и забрать ее из воздуха. Ах ты. Ну непонятно. Нам времени не хватает. Просто исчезло и все. Но звук падения канистры снова был. Вау. Мы сегодня с вами клонировали заряд. Здесь было без шансов. День 3 уже, заметьте. А мы на второй день не хромали. Просыпаемся прямо с вертолетом в голове. У нас вертолетики крутятся. Мы не хромаем. Yes, он это убрал. Он это убрал. Что? Так он и кровь убрал. Подождите, так я же просил, чтобы у нас не было хромоты и крови. Это как? Может, у меня раздвоение личности? Может, я разработчик Гренни? Как такое возможно? Нет хромоты и крови на экране. Невероятно. Нет хромоты. Но когда же он ее уберет в первой части Гренни? Я просто спокойненько хожу здесь. У нас сегодня в видео было очень много открытий. Игра, конечно, преображается. Они там вдвоем толпятся. Я не понял. О. Бабка с дедом аж. Дед просто стоял. Так, кровь появилась на экране. Или ее дальше не будет? Ах ты, вот сейчас кровь есть на экране. Только на четвертый день. Хромоты зато нет. Так, у нас же с вами там все готово. Да, вот что стало причиной клонирования? Едет, едет, едет. Такой баг был. Да, интересный. Давайте закроем капкан. Такое ощущение, что она еще кинула один. Ну класс, смотрите, хромоты больше нет. Разработчик молодец. И кстати, я бы сказал, что Гренни 2 идет намного лучше, чем Гренни 1. Она очень близка к мистеру Миту. Также не забывайте писать в комментариях, какие баги я пропущу сегодня. И знаете ли вы что-то новенькое уже из этой игры? Кстати, коварно бывает, что дед выходит из-за бабки. А, спалил меня. А, вот, дед, привет. Лёг, лёг, лёг. Ах ты. Это была жесть. Ничего не бралось уже. Ничего не бралось. Это могло быть результатом того, что я быстро очень брал из него заряды. Хорошо, давайте шокер у себя здесь оставим. У нас еще есть пятая жизнь. Бабка сама себя закрывает. Не-не-не-не. Он это все убрал. Еще раньше, кстати, был такой интересный баг, что мы, вступая в капкан, убирали кровь с экрана. Так, ну хорошо, нам, скорее всего, уже дед не нужен. Бабка идет. Развернулся. Это что? Это что такое было? Как будто бы бабка его камерой управляла. Это как? Он за мной же повернулся, вы сами видели. Может, это магический заряд тот самый? Который достался из ниоткуда. Вау. Как мне попасть ему не по голове-то? Да нет уже. А, смотрите, смотрите, смотрите. Насквозь, что ли, пролетел? Да, как-то через стену выстрелил, и все, и он улетел. Его просто нет. Он, возможно, в потерянных вещах. Ведь я встал в капкан. Сейчас посмотрим, кровь пропадет или нет. Я из капкана буду стрелять. Раскрыл. Да, вот что с ним было? Как будто бы у него забаговалась камера. Бам. Но сейчас, видите, не забаговалась. Потому что, скорее всего, бабка на него влияла. Ух ты, он стоит на одном колене.
Нереальные просто кадры. Надо побольше такого заснять, смотрите. Побольше заснять этого шедевра. И он сейчас сникнет. Все. Он так и исчез в состоянии на одном колене. Давайте мы на этом видео закончим. У нас сегодня была проверка бага в обновлении Granny 2. Надеюсь, вам понравилось. Оцените данное видео лайками. В комментариях пишите новые баги, если вы заметили их в игре. Подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.